Крошка Антошка ТВ представляет. Смотри, это силуэт какой-то машинки. Как ты думаешь, это силуэт бетономешалки? Нет, не подходит. А может быть, это тентованный грузовик? Нет, это не он. Еще одна машина – самосвал. Но он тоже не подходит. Вот заехала автоцистерна. Но это не ее силуэт. Вот еще одна большая машина. Точно! Это силуэт этой машины. Это мусоровоз. Очень нужная машина. Рваный ботинок. Арбузные корки. Мусорный бак наполнен с горкой. Если спасения от мусора нет, мусоровоз приезжает в ответ. С грохотом баки всыпает в себя. Мощным мотором натужно ревя. Чтобы царила везде чистота, мусоровоз вызывайте всегда. Вот какая нужная машина. А собирают мусоровоз на специальном заводе. Вот, смотри. Готово. Вот такая полезная машина, наш помощник мусоровоз. Силуэт? А что это за машина? Нет, не это. А может это? Очень похоже, но не эта машина. Ой, совсем не подходит. А это подойдет? Да! Это полицейская машина. А хочешь узнать, как она устроена? Давай посмотрим. Разберем ее по деталям в нашей мастерской. Вот это да! Какая сложная конструкция! Собираем обратно. Ну все, собрали. Какая же она все-таки красивая. Давай посмотрим, для чего нужна полицейская машина. Полицейская машина будет патрулировать улицы города и задерживать нарушителей. А вот и нарушитель! Это превышение скорости! В погоню! Полицейская машина должна задержать нарушителя! Отлично! Нарушитель задержан! Теперь в городе снова порядок! Мы молодцы! Иногда так нелегко найти свободную машину такси! Вот было бы здорово, если бы кто-то помог! Ой, посмотри, летающая тарелка! Что она задумала? Неужели она хочет помочь? Вот колеса.
Так. А ну-ка. Корпус машинки. Так. Двери. Стекла. Зеркало и ручки. Фары. Настоящая машинка. Шашечки такси. Плафон. Это же машинка такси. Отправляем ее туда, где ее ждут. Здорово! Помощь поспела вовремя. В путь! В городе очень интенсивное движение, но машинка такси уверенно едет вперед. Такая у нее работа. Машинка такси не должна разгоняться, потому что в машине пассажир. Полицейская машина очень спешит. Уступим ей дорогу. Какое движение! Ох, нелегко работать машинкой такси. Машинка такси – очень нужный транспорт, который довезет пассажира туда, куда ему нужно. Машинка такси проехала через весь город. Ну вот и приехали. Пассажир доставлен. Спасибо за помощь. У нашего малыша очень интересная книжка с пазлом про машинку. Вот машинка, вот пазл. Наш малыш очень рад. Мы вместе соберем пазл и узнаем историю про эту машинку. Это машина скорой помощи. Ну что, давай скорее соберем пазл с машинкой скорой помощи. Вот все детали пазлика. Для каждой части нашего пазла нужно найти правильное место. Начнем. Так. Провернем. Отлично. Эту часть пазла сюда. Уголок. Еще один уголок. Следующая деталь. Проворот. Правильно. Готово. Какие мы молодцы! Мы собрали пазл с машинкой скорой помощи. Вот наша машина скорой помощи. А вот девочка. Она заболела. Нужно вызвать скорую помощь. Нашей машине поступил сигнал, и она помчалась на вызов. Вот машина прибыла. Теперь надо ехать в больницу. Машина скорой помощи без остановок едет в больницу. Все остальные машинки уступают ей дорогу, чтобы скорая помощь как можно быстрее доехала. Вот больница. Приехали. Молодцы. Машина скорой помощи – очень нужная машина. Она помогает тем, кто заболел. Вот едет грузовик. В кузове у него красные шары. Смотри, он привез шары на завод. Манипулятор захватил один шар. Красный шар. Ух ты! Из него получилась красная машинка. Это красная гоночная машинка. Она куда-то уехала. Смотри, наша машинка мчится по городу.
Похоже, она что-то ищет. Давай рассмотрим ее поближе. Красивая. Что же ищет наша машинка? Кажется, она забыла, куда ей надо поехать. Может, на пожар, чтобы потушить его? Нет. А может, в школу, чтобы развести детей по домам? Нет, конечно. Машинка продолжает ехать по городу и пытается вспомнить, куда же ей ехать. Может, на стройку привезти бетон? Ой, нет. Точно, на гоночный трек, чтобы принять участие в гонках. Ищем гоночный трек. А вот и он. Совсем скоро начнется гонка. Машины у старта. Старт! Все машинки устремились вперед. Идет напряженная борьба. Все рвутся к победе. А вот и финиш! Наша машинка – чемпион! Вот так из обычного красного шара получилась красная гоночная машинка-чемпион! Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку! Подпишись на наш канал!